Привет! Сегодня мы вам расскажем, как в домашних условиях увеличить себе сиськи. Итак, для этого нам понадобится острый, как бритва, нож, штопор для сосков, моток прочного кабеля и, конечно же, наполнитель для сисек. По завершению этой домашней операции мои сиськи будут выглядеть вот так. Для начала мы разрежем вот здесь. Итак, мы успешно завершили операцию по увеличению груди в домашних условиях. Никогда не делайте этого дома. Всего вам доброго.